Привет. Что я делаю? Во-первых, у меня 2 часа ночи, не спится. Я не хочу вас пугать. У меня иногда будут такие выходы в эфир. Или видео я буду снимать, да. Иногда я ночью не сплю. А вот моя студия у меня в комнате. Во-первых, вот случайно я попала вот видео Малахова и дослушала, да. Можете эту книжку приобрести себе. Стоимость ее 100 рублей. Высылаю в электронном виде. Кстати, все книги вы можете приобрести в электронном виде. В бумажном варианте я не печатаю, я не имею таких возможностей. А зато в электронном виде я это все дело сделаю. Вот. А дальше меня заинтересовала там биоэнергетика, биосинтез, биотехнологии, другие вещи. И в конце концов меня заинтересовался, а как работает наше сознание. Сейчас я вам уже хочется многое всего сказать. Во-первых, что я делаю? У нас хорошая новость у родственников моего мужа. Вот здесь они живут. Родился внук. Я решила связать красивые одеяльца для мальчика. И давай копаться, у меня нитки же столько, ниток, можешь ты мой. И я обнаружила, что я очень соскучилась по вязанию, ну очень, я не знаю. Я пошла копаться в своих нитках. Я сейчас вам покажу, что у меня есть. Это что-то. Это я приобрела из Нью-Йорка. Они частные нитки, сделаны домашним ручной работой. Вот один моток стоит 17,50. Вот это частный магазин был, назывался Бонни Бамбу. Оно из бамбука, 100% бамбук. Вот, и очень красивый, такой нежный, бежевого цвета. Я думаю, что для одеяльца 3 вот такого мотка будет хватать. А потом я, если основу, ну, новорожденного, да, красивое одеяльце сделаю, буду украсить ее. Ну, посмотрим, как это получится. Как это получится. Поэтому вот я сижу, вот мотала, замотала вот это все. Даже попробовала, чтобы просто прочувствовать толщину. Ну, очень такой, знаете, бамбук так бамбуком, но очень такой сверкающий. Я думаю, что бамбук более такой матового цвета, но это такой блестящая нитка бежевого цвета. Бежевый цвет я обожаю. Это можно и для девочек, и для мальчиков. Я вот просто я сделала обыкновенная вязка с одним накидом, чтобы пробовать, да, очень хорошо смотрится. Ну, посмотрим, что будет. Вот недавно, недавно мне беспокоило тот факт, что у меня энергии не хватает. Я обращалась к врачу, чтобы проверить свою тарелку, это щитовидку, да, ну, она сказала нормально. Ну, не нормально на 100%, но не так в такой степени, чтобы давать лекарства. Но здесь врачи как? Медицина, знаете, говорит, пока еще рано. А что пока еще рано? Скажите, что делать, чтобы не было потом поздно. Но кто тебе скажет, что сделать? Он говорит, что пока еще рано, чтобы назначить лекарство. Иди с Ватсом. Кстати, давайте я посмотрю. Вот я слышу Малахова. Ой, у меня темно, да, как-то лицо. Вот так, ой, боже что мой. Я не хочу всю свет включить. Но вот не пугайтесь, я без макияжа и мейкапа, и вот в халате сижу. Ой, что-то такое неприятное, да? Оп, вот так сделаем. Свет там не нравится. Давайте я сейчас хочу мои книги достать Малахова. Вот хорошие. Знаете что? Всему свое время. И сам Бог тебе подскажет. Вот задан был вопрос, да, запрос. Что сделать с моей энергией, которая вот тени нету. Вот, пожалуйста, ответ. Вот я вспомнила, что у меня книги Малахова. Сейчас я достану. Давайте я здесь включу.
Сейчас посмотрим, что у меня есть. Минуточку. Я вот обожаю такой беспорядок. Если у меня вот творится, я обожаю это. И одну. Вот нитки там. Нейрографика с другой стороны. Книжки с третьей стороны. Иногда вот разносит меня во всех сторонах. Это я просто подумала о чем-то. Так. Здесь у меня Малахова нету. Вот здесь должно быть. Сейчас. Знаете, вот, вот, смотрите. Это, вау. Посмотрим, сколько у меня. Чего я буду там ждать, чтобы они мне... Три книги Малахова есть. Это тоже Малахов. Это Поль Брейк. Чудо голодания. Это что? Подождите, это чудо голодания. А это Ниши. Кацудзо Ниши. Система естественного омоложения. Это тоже энергетическое дыхание. Очищение души. Уроки медитации. Энергетическое питание. Макробио. Слушайте, сейчас я вам скажу. Это опять брейк. А это аюрведа. Дипак Чопра. А это «Возвращение силы». Книжка такая. Смотрите, сколько лет я их ношу с собой. Пожалуйста. Они 2000 года. Издательство. Вот, посмотрите. Вот как показать вам. 2000 года. Вот здесь я подписалась, да, 2025 мая, 25 мая, город Ереван, 2000 год. Голодание. Это не из этой серии. Ну, опять-таки, 2000 года. Чем очищение организма и здоровья. Правильное питание. Вот я приобрела, а это сознание собственной системы оздоровления. Вот. А сейчас Малахов ведет эту YouTube-канал. У него есть еще газета. Он ведет, поэтому он говорит 50 рублей в месяц. И вы будете использовать это все. Но все равно бумажные книги это очень сильно. Знаете что, я, наверное, возьму себе в руки... Наверное, возьму в себе в руки. Я еще вот во время, вот уже сколько времени. Вот эта корона, да, мы сидим дома, не работаем. Я добавила вес очень сильно, потому что, вот так. Вот время настало. Может быть, уже возьму себе в руки и займусь. Я давно интересовалась этим. Даже у нас в школе дети учились, были натуропаты. Я ходила к ним. У меня был опыт очищения организма и похудела тогда очень хорошо. Здесь Павел Пискарев сам подписался. Я сейчас заказала даже три книги о нейрографике, которые он недавно издал. Посмотрим. Это наука о жизни. Это наш Пасха армянская. Это опять-таки наука о жизни. Это армянская поэзия опять. Короче, все. У меня есть чем заняться. Ой. Вы не представляете, сколько интересных вещей у меня есть. Вы даже не можете представлять. Помимо того, что нейрографика и как-то вошла в мою жизнь, я восстановилась каким-то образом, но все равно у меня душа лежит в моих нитках. У меня очень много. Вот там наверху, вот это все, вот там, что вы видите, да, там это все. Каждый месяц выходит журнал. Журнал «Мод», «Вязание крючком», очень знаменитый в России.
Меня дистрибьюторы из России отправляют. Я коллекцию несколько лет собрала. Сейчас мы помимо этого пандемии как-то не делаю delivery. Но сначала дистрибьютор из Нью-Йорка, да, она получала в Нью-Йорке и потом отправляла меня в Калифорнию. У меня целая коллекция, это богатство. Богатство просто. Не говоря, что еще дополнительнее, я много книг о вязании крючком, спицами приобрела. Я вам скажу, что это небо и земля. То, что в американских книгах, и то, что в российских журналах, небо и земля. Так что у нас российская душа, вообще-то, душа совсем очень креативная. Так что вот-вот-вот, я посидела с вами, немножко поболтала. У меня сколько? Уже 3 часа ночи. Я скоро лягу спать. Вот так получается иногда у меня. Я посплю где-то 10-9 часов, у меня сон. А потом я в час где-то встаю. А потом вот несколько часов бодрствую. Где-то к 4-5 опять лягу немножко спать, а потом 6-7-8 вот так встаю опять и продолжаю день. Так что иногда в моих эфирах будут вот именно такие тоже. Я постараюсь вам держать в курсе, что происходит у меня с вязанием, какой подарок у меня будет. И с моим внутренним организацией немножко привести себе в порядок. И буду делиться с вами. Может, это будет мне мотивировать хотя бы самоорганизоваться и делать что-то. Я думаю, что справлюсь. Окей, бай. Увидимся. Я надеюсь, что я вас не напугала.